«Океан Эльзы», который поддерживает украинских бойцов, или «Скрипка». Это да. Если это будет Ани Лорак, я против. Имеет продюсера россиянина, тоже есть украиномовная, но как-то странно звучит в то время, как Россия является агрессором. Ну, не то, что не нравится, я как бы слушаю украинскую музыку, но не так сильно к ней пристращен, как зарубежной. Один из флагманов украинской рок-культуры – это наш любимый «Океан Эльзы». В общем-то, он популяризирует украинский язык настолько, что он сейчас реально в тренде. Репертуар наскільки паршивий. Оце, типа, мама купила коника, ногу звело. На більше ума нема. Або спеціально провоцирують, щоб люди не любили українську естраду. А українська естрада – отака. Послухайте «Х-фактор», послухайте «Голос діти». Вони виконують ці пісні, дуже здорово все звучить, і українська мова найкрасивіша.